Компания Kia сертифицировала в России обновленный хэтчбэк Пиканта. В открытой базе Ростандарта опубликовали сведения о гамме двигателей и трансмиссий, а также информацию о будущих версиях малолитражки. Kia Пиканта для нашей страны продолжит собирать в Калининграде на заводе Автотор. Из сертификата одобрения типа транспортного средства следует, что после рестайлинга Kia Пиканта сохранит старые силовые агрегаты. Газовый двигатель, 100-сильная турбо-тройка мощностью 1 литр и робот в нашей стране не появится, малолитражку продолжат продавать с атмосферными моторами 1 литр, 67 сил, 95 ньютон-метра, и 1,3 литра, 84 силы, 122 ньютон-метра. Трехцилиндровый двигатель будет сочетаться с пятискоростной механикой, более мощная четверка, и с механикой, и с диапазонным автоматом. Фотографии интерьера обновленного пиканта для России нет, но можно ожидать, что малолитражка получит новую мультимедиа-систему с восьмидюймовым дюймовым тачскрином и модернизированную приборную панель с 4 и двухдюймовым экраном бортового компьютера. Сокращение линейки версий не предвидится, у нас пиканта будет продаваться и в обычной версии, и с вседорожным пакетом X-Line, и со спортивным декором GT-Line. Сроки выхода обновленного Kia Picanto на российский рынок не объявлены. Цены также пока держится в секрете, но заметное удорожание маловероятное, ведь малолитражка стоит сравнимо с семейством Kia Rio. Базовый дорестайлинговый Kia Picanto обойдется в 740 тысяч рублей, а за топ-версию GT Line придется заплатить 1 миллион 45 тысяч рублей. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.